Сейчас что-нибудь вкусненькое на завтрак приготовлю. Так, вроде стоит, все нормально. В общем, ребята, вот вся еда, которую я нашла в холодильнике. И сейчас я покажу вам мой самый любимый завтрак, который я себе сама готовлю. Просто пальчики оближешь. Вначале нам нужно взять 4 яичка и взбить их. Я беру яйцо. Аккуратненько сейчас его разбиваю. И главное, люди, когда вы тоже взбиваете яйца, следите, чтобы осколки не попали к вам в яичницу или что вы там из яйца готовите. Потому что вы можете съесть осколки, это очень опасно. О! О, обожаю! Так, у меня все аккуратненько получилось, красивенько, ничто не попало. Я, может, и так сделаю? О, слайм-лика! А теперь момент истины. Я замешиваю. Давайте. О, посмотрите, как круто! Там можно делать это все под музыку только. Такой. Пам-пам! Когда я пою песенку, у меня тело прям ускоряется. И я делаю все быстрее. Вот что у меня получилось. И теперь аккуратненько надо все это вылить на разогретку, на разогретую сковородку. Аккуратненько. О, все, идеально. Пока жарятся яйца, я нарежу колбаску. Ой, кажется, Амелия проснулась. Так, надо сначала нарезать аккуратненько полосочки. Полосочками нарезать нашу колбасочку. У кого нет колбаски, можно взять сосиску. Надо тоненькими, ну не совсем, конечно. Колбаса нарезана, а теперь надо натереть сыр. Я отрезала вот такой вот кусочек. И теперь натираем. Надо весь кусок натереть. Фух! Ой, запах! Сколько там? Я уже столько взмахов сделала, а там так мало. Там 3 стружки. О, 5, 7, 8 тысяч. Как быстро. Ладно, будем сидеть. Нарезаем лучочек теперь. Итак, аккуратненько. А чем это здесь пахнет? Едой. Завтрак готовишь? Да. Вот это да, обожаю. И на камеру это все делаешь? Да, что такого? Вика у нас завтрак готовит очень редко, но метко, это получается очень вкусно. Папа. Так, пойду папу зову. Хорошо. Папа, иди помоги Вике снимать. Тут годный контент делает. Обожаю, когда ты готовишь. Ага, я тоже обожаю готовить. И Амелечка тоже обожает. Я мельчик делаю. Ножки. Тоже ждем. Все голодные, Вика, мы хотим кушать. Давай. Быстрее, давай, быстрее. Пытаюсь. Сейчас будем дегустировать. Мы что-то сегодня проспали, поэтому очень голодные. О, здесь у тебя уже что-то готовое, готовое. Давай быстрее, быстрее Итак. Кушать хотим. Ну а теперь мы достаем самое вкусное. Это... Лаваш. Какой он классный. Можно я попробую откушу? Нет, нельзя. Клади, давай. Да. Так, аккуратно. Кладем аккуратно прям сюда, в сковородку. Аккуратненько, горячо. Я все время боюсь это делать. Давай, Вика, я тебе помогу. Окей, давай. Кладем сюда тарелочку. И это все переворачиваем. Так. Главное не обжечься. Опа! Вау! Как тортик, да? И кладем обратно в сковородочку.
Эй, быстрее, 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 помогаем, помогаем, чтобы все было ровненько. А теперь самый крутой момент из всего, из всех этих моментов. Берем сыр. Мысленно мы должны поделить вот это все пополам. Угу. И на одну половинку мы должны насыпать. Вот так. Ой, а, вкуснее. Не хватило. Колбасочка. Ну а теперь лучок. О, как это выглядит круто. Кушать хочется уже быстрее. Пытаюсь. Как это все аппетитненько. Так, дальше что? А дальше теперь это надо все сложить и с каждой стороны прожарить. Молодец, давай жарить быстрее. Аккуратненько складываем, прожариваем с двух сторон. Вика, выглядит это все просто потрясающе. Режь быстрее. Так, ароматы вообще невозможные. Очень вкусно. Горячо. Кому первый кусочек? Мне. Так. Вы только посмотрите, какая вкусняшка. Так, папа, где твоя тарелочка? Моя вот здесь. Амелия тоже хочет попробовать. Амелии пока рано. Вика, тебе надо, может быть, Вика, тебе кулинарное шоу, может, надо открыть, а? Ну, может быть. Вкусняшка? Это Амелия. Идем, идем. Это самый вкусный завтрак. Записывайте рецепт. Шикарно. А знаешь что? А давай ты сегодня нам еще на обед и на ужин приготовишь что-нибудь вкусное. Да! Даша Амелия согласилась. Слушай, отличная идея. А да, сможешь? Ну да. Супер. Наша Амелия научилась сама смеяться и переворачиваться. Давай. Опа! Я не помогала, вы сами это видели. Ой, умничка. Ай-ай! Ах ты! Ах ты! Больно! Мне больно! Я всех накормила, всем все понравилось. И теперь я могу вам показать мое новое игровое место. Вот здесь находится мой компьютер. Кстати, кто еще не знает, совсем недавно мне его купили. И я теперь на нем все время играю, записываю на игровой канал. Мне нечем заняться, я решила просто чуть-чуть поиграть. Давайте зайдем в мою самую любимую игру. Это Пигги. Спасите! За мной бот гонится. Настало время обеда, и теперь я приготовлю свое самое-пресамое любимое блюдо. Это пицца, но не обычная, она будет готовиться на сковороде. О боже, она очень вкусная, быстро готовится и просто идеальный рецепт. Да, Амелия? В пицце самое главное это тесто, и оно готовится очень быстро. Нам понадобится 2 яйца, и надо их разбить. Сегодня у нас какой-то яичный день, да? Ага. А дальше нам надо это перемешать. Чуть-чуть соли. Раз, два, три. А теперь нам нужно сметану налить вот сюда. Это сметану? 8 столовых ложек. Сметану в яйца? Да, а что такого? Раз. Она с горочкой или как? Твой рецепт, я не знаю. Я все время с горочкой кладу. Опять перемешиваем. Теперь нам нужно положить 9 столовых ложек муки. Без горочки. Аккуратненько. Раз. И опять все перемешиваем. Все, тесто готово. Оно должно получиться вот таким жиденьким. Теперь нам надо вылить это все в сковородку и все аккуратненько распределить. И кто уверен, что это тесто такое должно быть? Уверена. Оно жидкое у тебя какое-то. Оно потом сделается нормальным, хрустящим. Ну, а теперь берем любые ингредиенты, которые вы нашли в своем холодильнике. Я люблю с кетчупом, поэтому я его наливаю прямо вот сюда. Прям на жидкое тесто жидкий кетчуп? Да. Вау, не знал, не знал.
аккуратненько, все размазываем, чтобы было красиво, идеально, чтобы всем ваше блюдо понравилось, чтобы было прям... Потом вы гордились, что у вас такие руки красивые, ну, растут из правильного места. А у тебя из правильного растут? Наверное. Сейчас проверим твою пиццу, не знаю, что-то сомневаюсь пока. Ну, а теперь насыпаем ваши ингредиенты. Я люблю классическую пиццу, поэтому я насыплю колбаску, сыр, зелень и помидорчики. Вот так вот, аккуратненько. Ой, тут... Ну, господи, Амелия, сейчас дам тебе попробовать. Так, теперь нам надо помидорчики. Помидорки прям сюда. Все, посыпаем сыром. Пахнет. Я уже чувствую этот вкус прекрасный. Посыпаем все вот этими травками. У кого какие? Ой. Сюда попала. Закрываем все крышкой. Ставим на медленный огонь. И ждем 7 минут, и все, пицца готова. Дегустируем. Муа. Наша пицца пропеклась, но на самом деле я ее жарила где-то 20 минут, потому что тесто получилось очень толстым. Я хочу сказать, Вика, ты нас балуешь. Слушайте, тут столько сыра. Так это калорийно. Ой, красота. Так. Пахнет шикарно. Все, никогда не похудеем. Папа, лови. Нет, это мне, мой кусочек. Особенно я. Вкусно. У меня тут отвалит. Сыр отходит. Внимание, сыр отходит. Для пиццы на сковороде это очень вкусно. Шикарно. Шикарно, Вика. А ты ужин осилишь? Конечно, наверное. А что будет на ужин? Секретик? У меня сегодня день релакса, точно. День спа, я его так назову. День отдыха. Вика, ну что, все книжки прочитала? Нет, где-то 3-4 осталось. Да? Это все тебе задали прочитать летом на каникулах, да? Да. Покажи-ка, да, что ты прочитала. Вчера я прочитала вот эту книжку «Маленький принц». За один день? Нет. Я вчера дочитала. А, дочитала? Да. Покажи-ка, что еще? «Аленькие цветочки» я прочитала недавно. «Каштанку» я тоже читала. «Сказки следопыта» читала. Вам что, и «Хоббиты» задали в школе? Нет, я просто положила. Эта книжка у меня совсем уже давно лежит. Я решила ее тоже добавить сюда. А ты ее прочитала? Да. «Приключения Алисы»? Тоже кино такое было. Да? Конечно, да. Круто. Она прям реально в космосе летала? Да. Прочитаешь, все узнаешь. О, круто. Ну, а ужин у нас сегодня будет очень легкий. Я буду готовить смузи. Я нарезала банан и киви. Я еще взяла молоко. Можно взять обычное коровье молоко, а можно взять миндальное. У меня миндальное. Сначала все надо насыпать. Вот эти наши фрукты. Теперь киви. Ай, рассказывает все. Давай, иди сюда. Иди сюда, как мыло. Теперь молочком. Так, мне надо помыть руки, иначе я сейчас возьму и пум! И заливаем молочком. Готово. Амели у нас тоже пришла дегустировать вкусняшку, да? Да. Наливаем. Это хорошо, что у нас ужин получился супер легкий. Объединение. Вкусняшка. Ну что, Амели, будем пробовать? Давайте. Ну что за праздник сегодня, Вика, ты нам устроила? Особенно мне. Я так устала от этой готовки. А? Итак, пробуем. Давай. Очень вкусно. Вика, я тебе ставлю за этот день, за твои блюда огромнейший лайк. Спасибо. Этот лайк состоит из 2 миллиона лайков? Ну, посмотрим, сколько тебе ребята поставят лайки и насколько полезными оказались твои рецепты. Может быть, кто-то попробует и им понравится.
Ой, и пишите в комментарии, да, кто попробовал и кого что получилось. Всем пока-пока, до встречи в новом видео. Пока. Привет. Будешь пробовать? И пока рано.